когда человеку удается восстановить связь с этой силой, своим высшим «Я», своим духовным наставником и партнером, о нем говорят, что он обрел поддержку и опору в своей душе и больше не ищет чего-то извне. В его душе зажигается свет, который освещает ему путь. Такой человек чувствует и понимает себя и сам может оказать поддержку, быть опорой другим людям, потому что он становится гармоничным и счастливым. У него появляется шестое чувство – интуиция, которая подсказывает ему истинный смысл его жизни и помогает открыться его талантам и способностям.